12 часов дня, тротуар сухой, дороги еще мокрые. Уже по тени видно, что шпарит солнышко. Так что прогноз, которым сейчас до сих пор идет дождь, сбыться пока не суждено. Но тучи висят, облачки белые, правда, уже. А мы едем в Джиматей, на остановку, на маршрутку. Добрый день, друзья! Приветствую вас! В сегодняшнем дне 7.09.2018 год. У нас, к сожалению, пошел дождь. Я нахожусь на Джимате. Сегодня все-таки было выбрано это место для проведения погодного видеосюжета. Сегодня постараюсь еще дождь не усилиться, передать приветы всем и сказать спасибо за донаты. Ну и вообще передать приветы, которых очень много. Целый А4 лист формата опять накопилось. Приятного просмотра. Но для начала, как всегда, небольшая реклама. Посмотрите, позвоните, узнайте. Крафт-отель – один из лучших отелей города-курорта Анапа. Смотрите, пешеходные, не пешеходные, бегут как могут. Кто-то мне сегодня ВКонтакте попались такие сообщения, когда писали о том, что ой, как печально и грустно все у вас. Но я могу сказать, что вот, не так уж все и холодно. Давайте прямо вот в этом месте мы сейчас узнаем температуру воздуха, сколько градусов. К сожалению, пришлось стабилизатор убирать, потому что 25,3 показывает. На солнце было 29 с лишним, в эфире показал. На втором канале смотрим 53 яблоки, 70 яблоки. Друзья, еще раз призываю всех, голосуйте рублем, подходите, говорите. Если ценника нет, арбуз, кстати, вот по 12, по 14 есть, он ценник висит. И тогда будет гораздо проще всем, и вас будут меньше обманывать. Потому что очень часто, как писали даже мои подписчики, подходят, спрашивают, почем цена, и в течение дня она меняется раза три, потому что не запоминают, людей очень много, и всем говорят разные цены, вот просто какая пришла в голову. Поэтому поддерживайте наше движение за торговлю с ценниками. Вот видите, здесь вот сувенирчики, все продается с ценниками, это очень хорошо. А то так, если лицом не вышло, то можно вам сказать что-то подороже. Я буду стараться идти помедленнее, будем надеяться, что дождик вообще закончится, и я поставлю еще раз стабилизатор. Пока он идет, к сожалению, нет такой возможности. Но благо есть хороший опыт съемки с рук, и должно все более-менее хорошо получиться. Орешки, все, что хочешь, продается вкусное и красивое. В Джимате что-то как-то очень много людей. На пляже, наверное, вообще никого не осталось. Под дождем, как все говорили, купаться не будем. Но тут же, смотрите, вон, просветы. И солнце светило, прям на солнце было очень жарко. Из-за того, что еще и вода была, она испарялась очень быстро и захватывала, так сказать, дух. Не знаю, как бы мне сделать. У меня есть еще приветы, их очень много, которые хотелось бы передать, потому что и так уже затянул. И поблагодарить всех тех, кто поддерживает канал. Это прям очень-очень важно. Стабилизатор это, конечно, сложно делать, но я думаю, у нас все получится. Мы подходим к пересечению первого проезда и Песчаной улицы. И все, ни одной цены. Ни одной цены. Юрий, добрый день. Просьба, передай, пожалуйста, или в погодном видео, или на эфире Лане Воронежской огромный привет и скорейшего выздоровления от банды ОС. Ланочка, я уже рад, что вы вернулись. Вот представьте, насколько я опоздал. Вот так вот улица Песчаная плывет. Джимате плывет и Песчаная плывет. Ну хорошо, есть тротуары, это радует и есть возможность для обхода. Посмотрим в ту сторону, она здесь повыше и здесь луж гораздо меньше. Все в машинах, сезон не закончен, я вам скажу, сезон продолжается. 100 рублей, Юстиночка, просто приятного вам времяпровождения. От души спасибо. 1000 рублей, Александр Павлович, спасибо огромнейшее, Александр, за поддержку канала. Благодарю. Просили перезвонить, у меня вот как-то наберите сами, я с удовольствием с вами пообщаюсь, скажете. Мой номер под каждым видеосюжетом имеется. Потому что я вот сейчас перезвоню и забыл, здесь вот куча рыбы. Здесь одна из самых таких посещаемых столовых, она, говорят, постоянно очередь, как гремит-то.
прям страшно. Очередь, смотрите, какая бешеная. Говорят, очень вкусно, недорого. И также здесь хвалят шашлык. Я здесь не пробовал, как-нибудь обязательно это сделаем. Ребята, с одной перчаткой работают. Это на самом деле зачет. Вот. Из-за того, что лужа прям на улице, придется вот щемиться между машинами вот в такой узенький проходик. Вот этим вот не славится GMT, то, что такое жесткое нагромождение. Светлана Алексеевна Кэпер, вам 1000 рублей. Сообщение на новый квадрик. ПС закат 4.09.18. Его сегодня как раз таки отправил. Спасибо огромнейшее за донат. Иванов Геннадий и Юлия, привет еще раз. Юр, поздравь. Завтра, если не трудно, в утреннем эфире с годовщиной свадьбы. 6 лет чугунная. Буду благодарен от души. Я вас поздравляю, это достижение, потому что в наше время очень мало людей, которые живут вместе столько времени. Желаю, чтобы еще 100 раз постолько же вместе прожили. Крепкого вам здоровья. Простите также, что не вовремя это делаю. Марина Александровна Г. перевела нам 300 рублей. Сообщение на квадрик. Спасибо огромное. 200 рублей от подписчиков на эфире пришло. Так, мы просили не разглашать, кто это, поэтому говорю тоже попозже. Здесь, кстати, кушал самса, самса мне зашла. А вот какая-то такая длинная лепешка с, типа, с фаршем мне не понравилась. Так, Наталья Бахридинова. Бахридинова. Ты перевел вам 100 рублей. Спасибо. Екатерина Кондрашова. Юра, добрый вечер. Были у тебя на эфире, который посмотрел наш друг. Позвонил и высказал нам свою обиду, что мы не передали ему привет. Пожалуйста, передай привет Виталику Жуку из Нахабино от Екатерины и Николая. Виталий Жук, привет от Екатерины и Николая из Нахабино. Так. О, все, все. Прям заморосил, смотрите, по лужам. То есть на камере это может быть не видно, но по луже, я думаю, вы заметите. Надо искать какой-то ключ. О, о, вот это наша точка. Смотрим. 50-65. Прям запах хороший стоит. И прям лучшие, самые красивые с ценниками. От души. Смотрите. То есть на часть товаров уже ценник висел. Благодарим. Екатерина Александровна В. перевела вам 990 рублей. Сообщение от души, Юра. Перевела тебе молодожены из Москвы, Катя и Рома, на новый квадрокоптер с пометкой от души. Привет от нашей семьи тебе и Светлане. Спасибо огромнейшее. А здесь солнце светит, дождь идет. В общем, в этом вся наша погода. Улица Виноградная. Тоже вся заставлена машины, есть небольшие лужи, и как бы вот, тяжеловато людям их обходить, особенно с колясками, за счет того, что машин по бокам стоит просто немерено. Смотрите, еще одна столовая. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то имеете сказать? Нет, мы просто постоянно. Как вас зовут, скажите? Хорошего отдыха, раз не хотите говорить. Желаю, спасибо, что смотрите. О, заболели, что ли? А чем? Акклиматизация, больше вам скажу. Ладно, выздоравливайте. Спасибо. И хорошей вам погоды. Так, Людмила Лекс, с днем рождения поздравляю, крепкого здоровья, всего самого лучшего, тоже с опозданием, но лучше поздно, чем никогда, я в этом просто уверен. Смотрите, какие-то точки даже уже закрылись, думали, что сегодня никто не будет ходить, и решили сделать себе выходной, но нет, люди пошли. С этой стороны смотрим, фрукты, овощи продают. Юра, ты сможешь на каком-нибудь видео передать привет? Смотрите как, будьте аккуратны. В таких местах я вот под ноги не смотрел. Хорошо, что здесь стул стоял, и я его просто по привычке обошел. Так бы ушел прямо туда. И вот, штурмуем лужу на коляске. Это главный капитан. Ай-яй-яй-яй, я тоже пошел. Нет, лучше идти по тротуару, честно. Шлепками залетает все, так сказать, штаны. Так, Елене Алексеевне Сиротиным от Ильи и Юлии привет. Кристина, 100 рублей. У меня просто моя бумажка уже в тряпочку превращается. Надо поторопиться. Сейчас, 2 секунды. Прошу прощения. Вячеслав Викторович Хэ перевел 300 рублей. Сообщение от шарлатана Юрия на квадрик. Спасибо. Илья Валерьевич Хэ перевел 500 рублей. Сообщение. Юра, тебе, Юля и Илья. 1.09 в 11.00. Это значит, меня фотографировались. Ого, вот здесь прям очередь. Видите, все стоит, все в воде. Воду не откачивает, к сожалению. И это печально. С той стороны, кто если пошел, сразу в луже там утонул. Дождик, дождик, для чего ты нам нужен? Не хотелось бы тебя вообще, но он есть, такой миленький, прикольненький.
Так, Наталья Николаевна, шеф, перевел 200 рублей. Сообщение: Юра, спасибо за видео. 200 рублей на квадрик. От души. Каждую среду августа в 15 часов в группе «Море Ос Викторина» вас ждут 30 увлекательных вопросов на определенную тему. Каждую среду разыгрывается денежный приз. Для участия в викторине вы должны подписаться на группу «Море Ос», где имеется вся информация о викторине, и ждать ближайшей среды. Это от Сергея Березнякова. Приглашаем всех на розыгрыши. Вступайте в группу канала «Море Ос». Будем вам рады. Вот так. Ну, зато хорошо. Выплыл с моря, перешел рынок и поплыл дальше до дома. В столовую тоже можно заплывать. Кто любит, допустим, ту столовую, просто переплыли. И ништяк, да, все. Смотрите, машины покуда тонут. Прям по бампер. Жесть на самом деле. И туда хочу еще показать. Вот это. Полностью. Все поплыло. И, друзья, ищем отзывы по Светлое 7. Было бы здорово узнать от вас насчет же все-таки отеля РМВ. Это не кидало ли узнать реальные отзывы реальных гостей этого отеля? Отзывы на букинге не дают всей полноты и информации. Очень реальные отзывы, реальные, так противоречивые. Кто-то жалуется на частые перебои с водоэлектрическим снабжением, а кто-то в восторге от проживания. Едем в Витязево впервые, не хотелось бы портить отпуск. Если не трудно, при случае сделайте обзор отеля или хотя бы уточните описание. Заранее благодарна. И был донат от этих людей. К сожалению, пока туда не получается выбраться. Но я надеюсь, в будущем все получится. И мы обязательно сходим. Вроде бы все всем передал. Если кого-то забыл поблагодарить, напишите мне ВКонтакте. Обязательно я скажу вам спасибо. Ну вот, видите, люди идут, моют ноги. Удобно, да, так сказать. И солнце светит, дождик уменьшается. Я пришел, видите, здесь на точечку, которая дает мне более комфортную обстановку. И очень жарко. Как только попадаешь на солнце, прям нереально жарко становится. Мне прям хочется узнать, сколько же. 25,3 температура воздуха. Вот здесь, в данный момент времени, висит возле моей ноги. Здесь, то смотрите, вся столовая забита людьми. Ее тоже, по-моему, хвалили. Пишите в отзывах, если где-то кушали, если даже повторяете, потому что кто едет впервые, будет искать отзывы об этих местах, а где не как у нас найти по-честному, не рекламные как бы каналы, чтобы было все очень интересно и грамотно от вас рассказано. Все, это, наверное, все прямо убежали с пляжа, мы там сейчас никого не найдем. Вот плавки, трусы, очки. И все, можно идти на море. И в кругом вот, ох, какие там волны. Какие же там волны красивущие, друзья, вы сейчас будете в шоке от удовольствия, которое я вам предлагаю посмотреть. Хотите прикол, бац, дождя нет. Это волшебный рынок был. Смотрим. Так. А люди-то есть, и людей так-то неплохо, это с учетом того, что дождь идет периодически. Нам осталось узнать температуру воды. Смотрите, сколько людей здесь на центральном пляже. И солнце светит, и дождь никому не мешает. Сегодня точки проката не функционируют. Гремит же как. А все это, походу, на Донапа льется. Вон, там ветер, правда, в нашу сторону, это не радует. Но если пронесет, будет хорошо. И там над морем тоже поливает. Наливайте ваши любимые напитки, наслаждаемся морем. С рук сегодня это будет очень сложно сделать, но я постараюсь сделать все, чтобы вы узнали температуру воды. И насладились волнами, морем. О, течение боковое просто бешеное. Посмотрите, как несет в бок. Это тоже надо купаться аккуратно. Еще шторм не такой, не сверхопасный, но довольно-таки будет некомфортно. Если вы под ногами вдруг не обнаружите землю. Водичка приятная. В общем, я замолчал. Наслаждаемся.
Спасибо всем огромнейшее за просмотр. Не забывайте поставить лайк. Буду благодарен каждому вашему комментарию. Море чистючее, 25 градусов. Это моя любимая практически температура. Даже люблю чуть попрохладнее, 24. У каждого, как говорится, свое море. Благодарю за то, что смотрите, поддерживаете канал. Друзья, всем от души спасибо огромнейшее. Надеюсь, потихонечку будем менять мир в лучшую сторону. С вами был Юрий Азаровский, который вам говорит о том, что если вам надо жилье в Витязево, обращайтесь в номер Светланы под этим видеосюжетом. Если вам надо джипинг, дайвинг, квадроциклы, конные прогулки, то же самое туда же. И приглашаю всех на фотосессии красивейшему фотографу Седому от Лехи Баранова. И всего самого лучшего, самого теплого, самого прекрасного. Ну а в конце хочется сказать, после каждой бури всегда наступает вот такая красота. 3D облака, это просто нечто. Надеюсь, фотосессии сегодня, которые запланированы, получится. Все будет хорошо. А вам вот так же, купайтесь, как этот мальчик. От души. Смотрите, какое сильное течение, это его сносит в мою сторону. И благодаря этому все водоросли уплыли, и море кристально чистое.